А теперь к новостям культуры. Эротическая продукция художника Андрея Тарусова заполонила прилавки магазинов. Куда только смотрела цензура, подписывая в печать календарь «Осторожно, Крым». Неужели было мало скандала вокруг прошлогоднего календаря Тарусова, приуроченного к Олимпиаде? Те развратные картинки, нашедшие отклик у сомнительных слоев населения, хотя бы прославляли спортивные достижения наших сограждан. На этот раз художник совсем потерял стыд и создал эдакое пособие по праздному образу жизни, воспел принятое в его среде тунеядство под видом пляжного отдыха. Полуобнаженные девицы, пошленькие стишки, мерзость, которую на Западе именуют пин-ап, вновь добралась до нашей страны. Я не первый год работаю в стиле пин-ап, и рад, что мои работы вызывают всенародный интерес. И у нас в стране ценится красота и эстетика. Наши женщины ничем не хуже западных, поэтому я изображаю их такими красивыми и не нахожу в этом ничего вульгарного. И это Тарусов называет эстетикой. Так он предлагает выглядеть нашим женщинам, труженицам, комсомолкам. Вы, купившие календарь, задайте себе эти вопросы и избавьтесь от данной продукции. Граждане, впервые узнавшие о творчестве Тарусова из нашей программы, обходите стороной места продажи этого бесстыдства. Вместе мы сможем остановить эпидемию дурновкусия и защитить моральные устои государства.